Всем здорово, я снова на проекте Смотра Rage. И я типа записывал видосы с вебкой Forzi, и она у меня стоит на этом же месте. Я такой, ну да ладно, в принципе, типа чё бы и нет. При том, что программа наконец-то пофиксилась, и мне не приходится записывать несколько тысяч разных всяких видеорядов и аудиорядов в итоге. И так нормально все работает. Про чё сегодня видос? Сегодня интересный достаточно видос. Я чуть не потерял все свои два бизнеса. Я чуть не потерял свою пятиместную квартиру, или скольки там она у меня местная, я не помню, уже четырех, по-моему. И я развел админа, то есть разраба, то есть Саню на карту лута. Поэтому, короче, лайки ставим на канал, подписываемся на колокольчик, нажимаем, как играть после Форзы. Заглядываем опять же в описание, там есть все то, что вам может понадобиться. И когда будете заходить на проект, вводите обязательно при регистрации мой промокод GLARUS, он позволит вам очень комфортно начать тут играть. А давайте сначала вообще по поводу бизнесов и дома, почему я чуть их не просрал. Дело в том, то, что за домом я как-то не следил, куда-то заказ-то тут везти первый раз от бизнеса, сюда у меня заказ прокнул, если честно. Вот сюда, понял. Ну так тоже сойдет. Так, я лучше, короче, перезайду к своему дому, там, потому что до бизнеса не очень далеко ехать, возьму еще одно задание в бизнесе. Суть в том, то, что я уже в видосе по Форзе сегодня это рассказал, но вы Форзу смотрите мало, в основном я ее пилю для поиска, может быть, найду новую аудиторию, которой будет Форза интересно, да? Так вот, я там рассказал то, что я сейчас сдаю на права, у меня режим пошел по дичайшей просто пизде, вообще, я сплю 3 часа, бодрствую часов 5-6, потом опять сплю 3 часа, потому что вот такой вот у меня режим из-за вождения, из-за всей этой херни. Именно поэтому видосов почти нет, стримов почти нет, потому что у меня такой режим, то что я только просыпаюсь, только вроде оклемался, и уже опять спать хочу. Я такой, да ёпта, что делать-то, как жить, как быть? Вот, и короче, у меня уже финальная стадия, вот эти вот всякие экзамены, типа учить надо теорию, вот этой вот всей херней, короче, заниматься. И еще я играю типа в Форзу, именно поэтому видосов мало выходит, потому что очень много дел, но они буквально еще, наверное, дня 4 у меня продлятся, а потом все, опять стримы типа каждый день, видосы посмотри тоже каждый день, и все будет, короче, нормально. По поводу бизнесов и дома, да, в этом и есть проблема, то, что я... Опять заказ, да, говно? Ну, ёптать, что-то не везет. Третий заказ я уже выполняю на бизнесах, и он опять оказывается говном. Так вот, из-за вот этого моего режима и то, что я играл в Форзу, я вообще забыл про Смотру, серьезно. Я себе купил тут два бизнеса, у меня уже, кстати, хватает на третий бизнес вроде как. И я типа могу даже не играть, не фармить бабло, просто отыгрывать там, крутить рулетку и забивать, вообще забывать про Смотру, потому что у меня тут на пассиве бабки фармятся, если я куплю третий бизнес, будет еще лучше. И время-то незаметно летит, потому что опять же типа куча вождений, вот такой вот режим, ничего не понятно, какой сейчас год, какой сейчас день. И мне чел пишет к новому видосу по Форзе: «Жек, а как ты, говорит, на Смотре столько бабла поднял?» Я говорю: «Блядь, Смотра, ты же существуешь! Как я забыл-то?» И, короче, вот. Захожу на Смотру, у меня на доме баланс минус 400 косарей, то есть еще бы несколько дней, и у меня бы слетела моя квартира. И на бизнесах по 3 невыполненных задания, то есть... Бизнесы-то, конечно, еще бы не скоро слетели, бизнесы бы еще, наверное, только через неделю слетели, если бы я продолжил не заходить, но вот до слета дома осталось 4 дня, и получается, какое сегодня, типа, ну и 2 дня осталось до того момента, пока бабки с бизнесов не начнут начисляться. Это так, небольшие новости. Еще небольшие новости, то, что я покупал бизнес за 18 миллионов, мне говорили то, что ты его покупаешь дорого, потому что у него окупаемость будет, типа, сколько? 100 дней, 180 дней, типа такая себе окупаемость для бизнеса, да, если честно. Но я с бизнесов с каждого нафармил уже по 2,5 миллиона. У меня сейчас баланс на каждом бизнесе по 2,5 миллиона. И плюс к этому сейчас бизы уже стоят по 20 миллионов, как мне сказали чуваки на стриме. Сейчас цены, может, еще выросли. Поэтому даже если я сейчас сливаю свои оба бизнеса за 20 миллионов, это получается 40 миллионов, и на каждом бизнесе еще по 2,5 миллиона, то есть это получается 45 миллионов, а потратил на бизнесы я, в общем, 36. То есть я просто про ФКшив 20 дней заработал себе, ну, примерно около 7 миллионов точно, в лучшем случае около 10 миллионов. Вот, поэтому я и говорю то, что, в принципе-то, если оставаться тут ради фарма, то... Мне можно вообще не заходить на Смотру, потому что рано или поздно бизнесы еще вырастут в цене, а рано или поздно мне бизнесы нафармят еще больше бабла, а если заходить каждый день крутить рулетку, и там будут выпадать какие-нибудь примерно 500 000 рублей, то будет как бы вообще опять же имбалансно просто.
По поводу карты лута, я не хотел записывать этот видос. Мне Саня карту лута спалил, наверное, еще недели 2-3 назад. Ну, я бы сказал точно, если бы знал, типа, вообще, какой сейчас год, какой сейчас день, если честно. Вот, короче, уже достаточно давно. Как это произошло? Я Сане говорю: Сань, лута, говорю, на сервере подводного нет. Животные, говорю, к вечеру тоже кончаются. Тебе, говорю, нужно это фиксить. Сейчас на сервере в данный момент не работает полноценно 4 работы. То есть элитные кейсы нет смысла лутать без подводных кейсов, потому что вы лутаете подводные кейсы на этом же берегу, плюс-минус лутаете еще элитные кейсы и кейсы, которые на земле, и охоту. То есть вы сможете зарабатывать прям очень комфортное количество бабла только при условии, что вы лутаете подводные кейсы, элитные кейсы и наземные кейсы. И в этот момент еще охотитесь, когда тоже опять же видите животных. И, как вы понимаете, сейчас этого делать нельзя, потому что животные к вечеру заканчиваются, элитные кейсы вроде респавнятся норм, но ладно, хер с ними. Наземные кейсы тоже норм респавнятся, но подводного лута все еще нет, поэтому я не хотел записывать этот видос. Вот отсюда нормальный заказ один был, а тут отличный заказ. Ладно. Я еще... А! Тут, блядь. Все не могу привыкнуть к тому, что тут переложиться можно на смотре. Вот, я Сане-то говорю об этом, он говорит: да как так, я уже, говорит, этих животных и этот лут несколько типа тысяч раз перефиксил, и, как мы поняли, лута спавнится очень прям много на старте сервера, то есть после рестарта, а потом его как будто каждый час спавнится все меньше, 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 и к вечеру он полностью заканчивается. Но сейчас Саня каким-то чудом вроде как смог починить подводный лут, и сейчас примерно 100 кейсов спавнится каждый час, но этого тоже очень мало. Должно быть хотя бы кейсов типа 500-600, столько же, сколько их изначально и спавнится после рестарта. Поэтому сейчас, в принципе, уже можно записать этот видос с этой картой лута, потому что лут хотя бы хоть как-то начал подводный спавниться. Я заходил чуть ли не каждый день, проверял. Но сейчас просто жду инфу от Сани, когда Саня скажет то, что все уже прям на 100% он все починил. Но сейчас он уже очень близко к тому, чтобы починить. Так вот, я Сане когда сказал то, что лута подводного вообще нет, он мне скинул карту лута. Сколько кейсов заспавнилось на тестовом сервере. Я вам, разумеется, эту карту показывать не буду, да, типа, само собой. Мне ее не было смысла смотреть, потому что это, опять же, оказалась точно та же самая карта, которая была у меня в голове. То есть все те места, где я обычно лутался, эта карта просто подтвердила это, и других мест просто нет. Давайте я вам просто объясню. Опять же, как я всегда говорил, как я когда снимал гайды, абсолютно вся карта по кругу, абсолютно вот сюда вот даже, вот здесь вот, вот вся карта по кругу, тут везде есть подводный лут. И вот тут везде есть подводный лут, как бы все место под водой возле берега, везде есть подводный лут. Вот, но суть в том, то что, да, у меня теперь есть карта лута, и я теперь вам говорю 100% инфу, то что лут есть вокруг всей карты, по всему берегу, и если, например, после рестарта вы единственный лутаетесь, то вы просто охуеете с количества лута, которое есть на сервере. Правда, режим не у всех подходит под такое лутерство, да, сами понимаете. Рестарты происходят вручную, примерно в 3, в 4, может быть в 5 утра, иногда сервер вообще не рестартится. И с этим нужно что-то делать. Опять же, возвращаемся к проблеме сервера. 4, блять, работы в данный момент на сервере не работают так, как должны работать. 4, блять, работы. Это прям очень жестко. Но мне уже, опять, да, заказ говно. У меня даже не было смысла сегодня на курьере брать заказ. Я обычно как? Брал заказ на бизнесе, вез его в ЛС, одновременно с этим заказ на курьере брал. И потом в ЛС я еще с того бизнеса брал и вез его обратно в Палета Бэй и зарабатывал примерно 80 косарей меньше, чем за 10 минут, только вот на таких вот махинациях. И так я сегодня мог сделать 3 раза, но сделал только один. И то получилось полное говно, потому что из ЛС опять заказ был говном. Ну да ладно, в принципе, я не сильно расстраиваюсь, опять же, из-за того, что у меня есть бизы. А, ну я, по-моему, только на стриме это показывал, но давайте я вам пруфану то, что я очень много времени провожу за лутом. Сейчас я микро пониже это двину. Вот инвентарь у меня в руках, то есть тут много достаточно оружия. Сейчас вы поймете, про что я. Как всегда, конечно же, у меня куча аквалангов. То есть вот здесь вот у меня дохера оружия, в руках у меня вот сколько оружия, в тачке у меня достаточно так-то оружия, там еще патроны есть. Главное не забыть про них, давайте я вам покажу RX-7.
покажу мотоцикл, и самое, конечно, веселое останется на конец. Здесь у меня просто одна пуха лежит, потому что в мотоцикле всего один слот. Это я и то положил просто, чтобы место в инвентаре не занимать, но не выкидывать же пуху с износом 80%. Тут, кстати, акваланг выкинуть надо. Но да ладно. А теперь самое интересное. Lexus мой, который я как раз таки покупал для лута, для того, чтобы складывать. Вот. Па-бам, добро пожаловать. А это я еще, наверное, пушек 40 выкинул, без рофлов. Ну, потому что, серьезно, я лутал настолько много кейсов, то, что мне приходилось просто выкидывать оружие, и не только оружие. Постоянно я выкидываю всякие отмычки, всякие крутые приманки, типа личинки мотылей тоже приходится выкидывать, потому что складируется всего этого очень много. И опять же, да, основная суть этого видоса — рассказать вам, где находится... Давайте, опять же, мой тактос. Окей, ладно, вот, просто мой тактос. Вот здесь спавнится до хера кейсов наземных. Вообще вот эта вот вся часть усыпана просто наземными кейсами. Вот эта вся часть усыпана просто в саку подводными кейсами. И вот эта вся часть усыпана в саку животными, как вы понимаете. И элитных кейсов тут тоже достаточно много по всей этой части. Если покатаетесь, запишите для себя места. Вот в чем суть. Суть в том, чтобы залутать вот это вот все, подводный лут, наземный лут, элитные кейсы и животных, вам часа не хватит, но весь лут обновляется раз в час. Поэтому только лишь вот этой вот правой стороны карты хватит вам для того, чтобы бесконечно фармить хуевую тучу бабла. Именно в принципе так я и делал, именно поэтому у меня, как мы только что читали, 45 миллионов с бизнесов, да? 45 миллионов с бизов. Лямов, ну сколько сейчас дом стоит? По-моему, цены на дома упали, но я все равно куплюсь, потому что у меня типа четырехместка. Ну, давайте будем считать то, что дом еще короче. Ну, ладно, хуй с ним, типа 15 лямов, типа за одно гаражное место по 3 ляма примерно. Ну, 12. Это получается 60 миллионов. У меня есть M5 F90, это 70 миллионов. Mazda, Hakachou и Lexus, это 80 миллионов. На руках у меня 4 миллиона. И сейчас посмотрим, сколько денег у меня лежит на банке. Там, наверное, еще... А вот хуй его знает, если честно, не помню, потому что снимал я или нет эти бабки. Ну и инвентаря у меня типа тоже достаточно, там еще 3 золотых слитка лежит. Да, в банке у меня еще 15 миллионов. То есть у меня, грубо говоря, если все продать по идеальным ценам и еще немного пофармить, и мне повезет в казике, то у меня уже 100 миллионов. Именно... С лута, с охоты и вот со всей этой херни у меня такое количество денег. Как вы понимаете, на курьере я даже малую часть от всего этого бабла не смог бы заработать. Поэтому как бы да, свой тактос я вам рассказал. Осталось... Вот, кстати, животных, так-то я через Killfeed весь видос смотрю, и животных как будто убивают дохуя. Вот это очень интересно, много ли у нас животных на сервере. Судя по киллфиду, много. Если хотя бы животных пофиксили, это уже хорошо. Ладно, давайте чекнем лутец. Может, Саня еще и лут пофиксил, нам просто ничего не сказал. А я, как вы понимаете, неделю на сервере точно не был, прям чтобы залипнуть плотно. Последнее мое плотное залипалово, это было на стриме. И то там сколько, часа 3, наверное. Ну, слушайте, это уже не первое место, где я нахожу все-таки кейсы. И... О, ого. Это прям... Хорошие новости, в принципе. Только я пока что не понимаю, насколько все-таки лут пофикшен. Я открываю кейс только ради того, чтобы у меня все равно типа перс устал. Так, кто курит, тот лох. У меня все равно персонаж устал. И типа мне надо залутать хотя бы один кейсик, чтобы он опять смог быстро плыть. Но слушайте, время 6 минут и лутец хоть какой-то есть. Это уже, да, там типа сзади тоже был лут. Вон там еще кейсик у нас валяется. В травке. Сейчас посмотрим, вот здесь вот очень много кейсов всегда спавнится, они тут реально прям всегда спавнятся, вот по этому берегу. Сейчас чекнем. Ну и да, разумеется, не может быть того, чтобы с утра типа лут появился и его никто не собрал на этом месте. Такого точно быть не может, лут пылесосят прям вообще мгновенно после рестарта, за первые пару часов. А, ну да, еще важная новость, Саня сказал то, что он прям сделает для админов, которые сейчас находятся на сервере, он сделает для них скрипт, который для админов будет показывать, где находится весь лут вообще сервера, для того, чтобы прям каждый час сканировать, грубо говоря, территорию и смотреть, где резается лут. Саня говорит, может он просто резается в говне, может его резается много, вы просто его не можете найти, но это очень плохой вариант событий. Потому что у меня достаточно много подписоты, постоянно чекает лут и найти его не может. Но вот тоже очень странно тут, ну хотя ладно, я еще даже не проплыл вообще нисколько, но кейсиков 10 я уже как минимум найти в общем смог.
Ну слушайте, еще кейсики валяются. Не, они определенно респавнятся, это определенно хорошие новости, просто Сане опять же нужно дать инфу, фидбэк о том, что их ресается очень мало. Ладно, я думаю, на этом видос уже есть смысл заканчивать, не так уж, блядь, и мало так-то. Слушайте, если б я лутал сет, наверное, даже, типа, профитно бы было. Вон там еще вижу бочка, еще за бочкой тоже бочка, еще вот тут вот сразу кейсик валяется, слышите? Алло, а я, блядь, прямо сейчас Сане напишу, там даже вот кейс, бочка, еще бочка. Я прямо сейчас Сане напишу, пофиксил ли он лут или нет, спрошу. Если ответит, напишу вам в комменты под этим видосом, так что чекните на всякий случай комменты. Всех люблю, всем спасибо, то, что смотрели, и в принципе все, всем пока. Лут есть, сейчас узнаю у Сани, насколько его дохуя. Всем ББшечки.